Сегодня у нас 15 января, воскресенье. Мы находимся на озере Харитоновка. Наше любимое пи-пи-пи озеро. Вот. Порыбачили немножечко там в сторонке, где-то метров в 20, наверное, в 30 от этой палатки, ближе к середине озера. Вот, вот этот вот барбос, Коля, говорит, там, только там клюет. Ага. Просидели полтора часа, не увидели ни одной рыбки. Потом же он сам сказал, говорит, пойду-ка я попробую поближе к берегу. Где я говорил, где Санечка говорил, что будет клевать. Он пошел. И вот так вот рыбки наловил. Еще на улице есть. Ну, мы что, как-то табуном быстренько собрались и сюда. А табун у нас кто сегодня? Это Коля. Его сын Виталик. Турмус. Тунисец. Хайкель. Не надо, не подсказывай. Тебя никто не любит в Ютубе. Вот. Ну и за кадром Санечка. Ваш любимый Санечка. Рыбачим мы сегодня вот на такие вот снасти. О, глубина под нами 2 метра. Даже поболее, да? 2,50 где-то. 2,5. 2,50. Более 3. Ловим сегодня чисто на опарыша. Опарыш у нас сегодня белый и красный. Ну что ж, будем смотреть, как мы рыбачим. О, тут вот иностранец уже тащит. Вот он поймал рыбку. Как всегда. Извините за запись. Шумов много будет, потому как в палатке все-таки темно. И у нас еще солнце высоко не поднимается, поэтому и на улице у нас не так светло. Видите, у нас в палатке, можно сказать, темнота. Это наша палатка Снегирь. Вот такая вот она классненькая. Да, кстати, сегодня попробовали разжечь китайский примус китайский, который с Китая пришел. Мужики, честно говорю, не смогли мы его разжечь. Не смогли. Будем пробовать дома, конечно. Ну, он должен же все-таки гореть. Но это вот хитрая морда, Коля зовут его. Он не проверил его дома. Думал, на барабаху все пройдет. И я здесь вот минут 40 с ним ковырялся. Так и не смогли. Поэтому пришлось поставить вот газовую горелочку. Ну что ж, а дальше мы посмотрим, как будем рыбачить. Сегодня лучше всех рыбачить это я, который поймал только 2 штучки. Вот, и Коля. Нет, и Виталик, который поймал 1 штучку. А эти оба, они плохо сегодня рыбачат. Вот, смотрите, вот видите, Хайкель вот опять не поймал ничего и тянет, что-то он там вытаскивает. Вот. Ого. Поймал какую-то рыбку небольшую. Вот, зовут ее Ясь. Нет, подъязок. На улице у нас сегодня где-то примерно минус 5, минус 7. Вот, ветерок есть, ветерок со снегом. Но пока еще небольшой, где-то метра 3-4, наверное, в секунду. Но со снегом. Снежок тоже пошел. А мы сидим, у нас здесь хорошо, тепло, уютненько. Отдыхаем. Видите, как он заманивает рыбу? Колдуй, баба, колдуй, дед. Колдуй, гребаный обед. Вот это вот тунисская морда. Все ловит и ловит. И все время промахивается. Никогда, еще ни разу не попал нормально в корзину. Ого. А он говорит, как, я занимался баскетболом. Я представляю, какая у них там корзина. У них там, наверное, корзина в диаметре, наверное, метра полтора. Чтобы точно попал уже. Вот, сейчас посмотрим, у Санечки что-то тут клюнуло. Один раз не передаст. Prepárate!
Вон там у нас впереди Марик. И он у нас вот так вот, у нас груз тащит. Вот он хороший, идет. Идет. Вперед, домой, Марик. Пошли. Груза много. Помогает чуть-чуть, сейчас пойдет. Вперед, побежали. О, как пошел.